Здравствуйте, это технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и с вами я, Виктор Леонидов. Достаточно часто в мыслях каждого охотника и путешественника возникает идея о приобретении подзорной трубы. Это устройство позволяет в течение длительного времени комфортно и с большой дистанции производить наблюдения. Компактная и качественная подзорная труба может стать вполне адекватной заменой или дополнением к биноклю. Естественно, к этому устройству предъявляются определенные требования. И целью нашего обзора является определить, насколько подзорная труба Alpen 1836x60 соответствует этим требованиям. Как и вся продукция фирмы Alpen, данное изделие прекрасно укомплектовано. Раскрыв коробку, можно сразу же ощутить заботу производителя о конечном потребителе. В симпатичной картонной упаковке небольших размеров мы находим неплохо сделанный мягкий чехол, исполненный в фирменных зеленых тонах Alpen. Чехол имеет удобный наплечный ремень. Внутри уложены вместе подзорная труба, настольный штатив, инструкция и салфетка для оптики. Между трубой и штативом имеется мягкая перегородка, что отлично защищает обрезиненный корпус от царапин и потертостей. Штатив легко приводится в рабочее положение. Он имеет простую и надежную металлическую конструкцию. Небольшая ручка позволяет удобно манипулировать трубой, и она же является фиксатором хода по горизонтальной оси. К головке штатива труба крепится стандартным 4-дюймовым винтом. Корпус прибора обрезинен и достаточно приятен на ощупь. А интересный современный дизайн еще и радует глаз. Стоит сразу же отметить такую интересную деталь, как подвижная бленда для объектива трубы. В задвинутом состоянии она заметно уменьшает длину. А в выдвинутом бленда является надежной защитой объектива от росы, пыли и боковых лучей света. Окулярный узел трубы имеет прямую конструкцию, то есть взгляд наблюдателя направлен параллельно оптической оси. Ручка фокусировки, расположенная в верхней части корпуса, несколько туговата, но, впрочем, обеспечивает плавную наводку на резкость. Переменное увеличение подзорной трубы от 18 до 36 крат обеспечивает зум-окуляр. Он защищен пластиковым тубусом, который накручивается на окулярный узел. Приятно, что внутри самого тубуса запрессовано металлическое кольцо, в котором нарезана резьба. Такая маленькая деталь обеспечит исправную работу резьбы в процессе активной эксплуатации. Окуляр имеет приятный наглазник, а его корпус оснащен обрезиненным кольцом для изменения кратности. В соответствующих местах есть числовые метки положения кольца. Вращается оно опять же туговато, зато неаккуратные прикосновения никоим образом не сбивают настроек. Хороший контраст изображения, естественную цветопередачу и отсутствие заметных бликов обеспечивает полное просветление оптики и качественное чернение внутренних поверхностей. Во время реальных испытаний оптики очень порадовало отсутствие в трубе Alpen тех болезней с переменной кратностью, которые так свойственны многим биноклям. Да, безусловно, при смене увеличения поле зрения тоже меняется. Оно минимально на малой кратности и максимально на предельных значениях. Но после смены кратности нет необходимости корректировать резкость. Качество картинки по всему полю зрения тоже почти неизменно. Изображение имеет хорошую четкость, вплоть до 60-70% видимого поля. Краям проявляются и хроматизм, и дисторсия. Итак, подведем итоги. В качестве небольшой ложки дегтя, и то чисто субъективно, мы отметим не совсем удобный окуляр. Поэтому в процессе наблюдения вам придется просто как можно ближе поднести свой глаз к окуляру. За некоторую шаткость можно немного поругать комплектный штатив, но учитывая его компактность и то, что он вообще придается в комплекте, мы сильно возмущаться не будем.
Подзорная труба Alpen 1836 на 60 – это действительно изделие, которое не стыдно порекомендовать охотнику, рыболову, любителю наблюдений за дикой природой. Качественное исполнение, полная комплектация и достойная цена – это истинно ваш выбор для приобретения. С вами был технический обзор от лаборатории «Остаскоп». До встречи в нашем магазине!